Да, тут пахнет кормом, похоже. Акулу, да. Только вот эти водоросли не трогай, а то сломаются, ладно? И рыбок, смотри, сколько много, точно. У меня чуть руку не отгрыз, только что. Смотри, черепашки, дочь. Черепашки, Амин. Черепашки, да. Ну, тут все, они, значит, могут друг с другом жить. Вот еще ненасытная твоя утроба. Вот. Они, значит, могут существовать между собой. Кушает, видишь? И пьет воду. Пьет воду и кушает. Я хочу пойти другим. Сейчас, сейчас. Давай, давай хотя бы фотографируйте. Не бойся. Усы, усы какие, смотри. Он там этими усами ищет себе еду. Камушки вот так открывает и ищет папу. Пойдемте. И еще эти вот рыбки, смотрите. Смотри, какая интересная рыбка. Похожа на, смотри, похожа на дракона, да? На дракона он похож. Смотри, какая. Вот эта рыбка. А какие желания исполняются? Все желания. Загадай желание, она исполнит ваше. Смотри, какие стекла толстые. Конечно. Я хочу, что я Куала. Куала, Энченти Лос. Энченти Лос хватит пока дать. Айда наверх. Я вижу это. Смотри, какие интересные рыбки плоские. Да, можно я еще пойду? А, ну ходи, ходи. А вот смотри, какие интересные вот рыбки. Смотри, какие. Ого. Пираньи вот рассказывают, как пираньи, какая пиранья. Пираньиная пиранья. А что-то зубов не видно. Ну, может, это какие-то беззубые, но вон на безумие. Мне вот эти понравились, пятнышко. Смотри, какая рыба. Амин, встань, я тебя сфотографирую. А вот пираньи, вот они пираньи. Нифига себе, они какие огромные. Мне кажется, как будто... Ага. Дочь, мы сами играем. Я таких рыб вообще первый раз вижу. А это вообще, смотри, какие. Не видно. Так. Потом это, этот. Я связку сюда, чтобы не сел. Какие вот, посмотри, какие здесь огромные, какие вы усатые. Куда так быстро бежишь?
смотри внимательно. Мы там за 5 минут пройдем и домой пойдем. Нифига себе. Я хочу эти посмотреть, дочь. А я хочу топ. Иди, иди, топ, не убегай далеко. Вспышка отключила? Да. У меня нет вспышки. Твари дерутся. Такие красивые, глянь, а. Вот эти вот черные. Что это? Кто такой? Я таких не видел. Руки не суй только. Это как раз те, которые с лебедем ходили. Они тут пасутся, потому что кушать хотят. Не хочешь кушать? Сколько у нас заходишь? Он думает, этот сейчас откроет дверь. Ему плохо. Да, конечно, здесь плохо, естественно. Он спит, может. Этот, что это вообще? Клетка. Вода холодная. Конечно, они где живут. Он спит, вон, как утка обычно. Нет, он моргает. Ему плохо, Рафаэль. Спит. Спит он. Сейчас я спину. И всего тут несколько. Они там. Ага. Смотри-ка, играют. Ты смотри, они играют, дочь. А как играются? Ну просто он балуется. Это же обычно, хотя они как... Учу-учу-учи, ага. Конечно, и кот. А это у них соль, походу, лежит снизу. Или песочек. Что, любите соль? Возможно, да. Да. С нами ходи, не надо никуда убегать. Пойдемте там. Сейчас пойдем, жди. Вон, видишь, как на льдинке можешь сфотографироваться. А вот ты принцесса. Да, ну, не
утра. Она плачет и говорит, отправьте меня домой, отправьте меня домой. Почему? Домой хочет, дочь. Они здесь, в клетке. Вот они какие. Нифига, у них лапы. А хвост какой огромный. О, беленькие. Надо их отправить домой. Они беленькие. В клетке. Не плачьте, детки. Вау, они еще и плавают. Да. Но они же не плавают. Да, вот. Видишь, какие у них хвосты большие. И лапы. И лапы мощные. И перепонки на лапы. Как у Амины. Пойдемте, но я еще не могу найти. Вау, ничего. Давай, слушай. Я думал, где у нее рот? Думал, она спряталась, оказывается, вот с этой стороны. Спит вон, сон снится. Чего они там? В углу встал. Вон он. Дайте вкусить. Жрать хотели, конечно. Рибу кушать. Они сейчас уже Наконец-то. А это хитрая не съела, а уже идет другую просить. Что, ты потерялась? Вот так вот, убегать. Пошли за мамой. Иди сюда. Вон она. Это ты потерялась. Стой. Так стояла? Ну я тебе говорю, она помню. Залезли.